Привет, ребятки! С вами Вовкин, и вы на канале Мультики Экс. Ребятки, продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды, и у нас составы от подписчиков. Вот, давайте пойдем в бой. Так, в какую главу? Сейчас определимся. Ну, давайте такое, для начала в сложненькое, да, только, допустим, в какой-нибудь из первых эпизодов, например, в первый, да. И смотрю, ребятки, ищу первый состав из Ютуба. Пока из Ютуба, второй состав будет уже из ВК. И вот. У нас первый состав будет от Зита Хашкулова. Зита Хашкулова, твой составчик. Поиграй всеми черепашками-ниндзя. Ми и Сплинтер. Отлично. Берем, в общем, все черепашки-ниндзя и Сплинтер. В общем, буду брать мультиков. Потому что, как мне уже не один раз писали, если, ну, типа, подписчик ничего не пишет в комментариях, какие черепашки, значит, это мультик. Ну, послушаюсь вашего совета. Так сказать, да, вы же у меня подписчики крутые, фигни не посоветуете, поэтому буду к вам прислушиваться. Вот, в общем, взял все мультики и погнали в бой. И Сплинтерюга вместе с ними тоже. Так, он, смотрите, самый первый бежит. Конечно, он же их мастер, учитель. Должен первый увидеть врага в лицо. Так, ну и чего? Давайте, давайте. Ух ты, они нападают первые. Нифига, это с нами такие шутки не пройдут, да, ребята? Мы сейчас будем отбиваться и начнем, наверное, вот с такой атаки. Это усиление способностей всех черепах. Так, отлично, видите, Лео уже начал лечиться. Красавчик, давай, Донни, вышиби, давай. Вышиби ему мозги. Нет, не вышиб. Ну, вышиб, но не до конца. Так, и что там, давай. Майки, двойная атака, есть, молоток. Так, остался один-одинешенек, вот этот чувак в красных трикошках, да? Сейчас мы его быстренько, оп-оп. Нормально. Так, вторая волна, ребята. А тут их уже четверо. Короче, звездочки к бою. Ну а чего? Чего мелочиться, да? Ну а теперь Равчик, давай. Есть. Так, Майки, добивашки. Есть. Так. Чё там? А ну хорош драться вам уже. Пора нам вас сбить. Так, ну бойцовские пальцы, конечно же. Эх, не добил. Ну ладно. Смотрите, а Лео все лечится. Кого он там лечит? Сам себя лечит. Вроде хпшки полные. А он все лечит и лечит. Ну чё, красава, чё сказать. Эй, почему я Маусера первого не начал бить? Не знаю, сейчас исправлюсь. Так, Маусер, получай. На тебе. Бей его, бей. Есть, Раф, молодец. Раф, как всегда, опять на добивание работает. Так, так, ихняя очередь бить. Но они какие-то слабачки, да? Так, перерубим сейчас этого Маусера. Шмяк! На, отлично. Так, остался, а гляньте, а Лео все лечится. Ну, молодец, молодец, конечно. Так, массовый от Лео. Бам! Так, остался этот советский носорог. Сейчас немножечко музончика, кобзончика. Потанцуем, попляшем. Ручками помашем. Потанцуем крабика. Давай пойдем до клабика. Песня такая просто есть. Так. Давай пойдем до клабика. Потанцуем крабика. Забавно, это кто-то мне из подписчиков в ВК скидывал. Смешно. Так, разрубаши устраиваем, короче, от Лео, да? Шмяк, на, есть, отлично. Победили, Рокстеди. Советский Рокстеди. Так, ребятки, так, я пока весь пойду сейчас быстренько в ВК. Так, ну что тут у меня куча вкладок открыта, ё-моё. Так, ВКшечка, где моя ВКшечка? И Ярик Соболенко, состав из ВК, мой составчик. Шреддер, Эйприл, Дон Видение, Кейси Фильм, Голупит, передай привет, пожалуйста. Ярик Соболенко, тебе привет. Можешь в классе одноклассникам похвастаться, что Вовкин передал тебе привет. Пускай одноклассники подписываются и ставят лайки. Глядишь, может, и им передам, да? Так, почему бы и нет? Мне не тяжело, мне не трудно. Почему бы и нет, да. Так, все, Ярик Соболенко, в общем, твой составчик. Так, Сплинтер нам тут не нужен. Не нужен вообще. Нужен зато Шреддер. Кто там? Эйприл? Эйприл, это Эйприл О'Нил, что ли? Ну, конечно же. Придуряюсь просто я. Да, Голупит там был, да? Эйприл есть тоже, О'Нил, которая. Дон Видение, Кейси Фильм. Дон Видение и Кейси Фильм. Ух ты, Кейси, мне кажется, мы уже где-то прозевали. А нет, не прозевали, он где-то... Я чувствую запах Кейси. Вот он. Чую его по запаху. И Дон Видения там, да, по-моему, был? Да, Дон Видения, все. Дон. Как какой-то мафиози. Дон.
Дон Видение, Дон Гена. Так, ладно, давайте погнали. Шустрый Шредди. Устроим вот эту вот атаку. Для начала, так, для разминочки, для разогрева. Так, голубь добивает. Голубочек ты мой, голубок. Он ни низок, ни высок. Это, кто это, дети? Голубок! Голубец. Голубчик. Ой. Так. Так, так, так. Ребятки, хоть за окном уже, кстати, не солнышко. Вообще нифига не солнышко. Опять тучи. Какое-то такое мрачное небо. Но настроение хорошее. Может, потому что сегодня выходной. Может быть, поэтому. Я не знаю. Ну, блин. Настроение супер. Так, начинаем выносить этих. Надеюсь, у вас тоже. А если оно не было у вас хорошим, то, надеюсь, благодаря моему ролику ваше настроение улучшится. Может, хоть немножко вас развеселю. Для вас же стараюсь. Эй, ты, пацан, а ну улыбнись скорее. И девчонка тоже. Так, ну чего, давайте, давайте. Эти розовые гады, смотрите, давайте их фигарить будем. У-у-у, ультраволны. Ультраволны от... Эй, прилонил. Помогут всем. Так, голубок, смотрите, там разошелся, да? И шмякаем его битами. Шмяк, шмяк, есть, отлично. Так, а тут Джастин, смотрите, своими щупальцами там что-то перебирает, да? Давайте каменюка ему как запулим. У него голова большая, как раз каменюка попадет, не промажешь. Так, и теперь веерком. Шмяк, есть, отлично. Ух, у него башка действительно здоровая, да, у этого Джастина? Там, наверное, мозгов три ведра насобирать можно. Ну, что-то он фигово ими думает, потому что, видите, за плохих на сторону зла встал. Так, все, Ярик Соболенко, твой состав сыгран. И теперь следующий состав, ребятки, из Ютуба. Так, Ярослав Покатилов, твой составчик. Шредди, Лео фильм. А куда же пойти? Куда пойти? Ну, как куда? Конечно же, например, в главу четвертую. Так, тут где-то мне должно быть солнышко. Хочу солнышко. Хочу. Ну где же? Ну где же оно? Ну что такое? Ну что за дела? Не та глава, представляете? Короче, блин, не буду я опять искать долго солнце. Но только не дождь. Только не дождь. А за окном то дождь, то снег. Так. Снега еще, к счастью, нету. Короче, ладно, пойдемте опять в эту шестую главу. Только, допустим, на караюшку. На караюшку. Пойдем, будем ее карать. И что я говорил? Ярослав Покатилов, Шредди, Лео фильм, Дон Видение. О, отлично. Микки классический и Раф мульт. Так, вот вы выходите. А у нас остался Лео фильм, Микки классический и Раф мульт. Лео фильм есть. Микки классический и Раф мульт. А они в конце списка. И я помню это. Ну давайте, где вы? Микки классический есть. И Раф мульт есть. Мультфильмчик. Так, мультфильмиус. Так, 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 бегут. Вау, тут горилла. Горилла, которая стреляет попкой. Все, отстрелялась. Мы даже не дали ей возможности стрельнуть. Но зато, видите, вот эти вот блошки тут нас стреляют, пытаются что-то, да? Нифигашеньки у вас не выйдет, потому что хана вам. Вот так, первая волна пройдена. Вот так! Вот, тут еще два стрелка. Мощных таких, да? Сейчас мы это, наверное, увидим, как они повернутся к нам своей пятой точкой и будут из нее палить. Ну, не стыдно же им, да? Вообще не стыдно. Ну, что, они инопланетяне. Какие-то вообще, поэтому ни стыда, ни совести у них нету. Или вообще это даже роботы, я не знаю. Давайте подождем немножко, посмотрим их, на ихнюю пальбу. Так, смотрим. Бам! Смотрите. У-у-у. Другой атаки у них нету, да? Ну что они могут? Максимум обозваться еще, да? Контратака. Какая нафиг контратака? Убирай свой тощий зад отсюда. Все. Убрал. Так, и вот тут всякие остальные бандиты-злодеи стоят. Будем сейчас с ними разбираться. Так, Маки, ух ты, красавчик. Я тебя такого не ожидал. Давайте вот этого, пока он никого не начал лечить, вынесем его. Да, отлично. Отлично, все очень прилично. Так. Кстати, ребятки, недавно смотрел, опять зашел на канал Китай Бугага. У него там кто-то канал собирался отбирать.
Ну, что-то, мне кажется, опять это какой-то бред, да? Он мелет. Напишите, пожалуйста, может, кто-то смотрел видосик его полностью. Я как бы так не смотрел его видосы прям целиком, да? Я больше кусочками, ну, слышал такое, что он там говорил, что кто-то хотел отобрать у него канал. Кто знает подробности, можете написать, мне просто интересно. Это ж мой дружбан, мы с ним раньше дружили. Интересно послушать, что там у него случилось. Так, следующий составчик, ребятки, от Андрея Кривошеева. Мой состав. Дон из видения в четвертую главу. Чего, один дон только? Дон из видения в четвертую главу? Ну, давайте попробуем, только в нормальном хотя бы. Ну, наверное, сюда, что ли? Эпизод, правда, не написал. Андрей Кривошеев. Ну, давайте, чем черт не шутит. Пойдем в эпизод 12, да? Одним доном из видения. Он сегодня, кстати, популярен, видите? В третьем составе он уже, блин, участвует. Наверное, устал уже столько драться, да? Ну, ладно, я думаю, еще один боек он выдержит. Так, вот он бежит, смотрите, со своим топором наперевес. Такой, ух ты, никто его не остановит, потому что он дон видения. Он крутой парень. Вот так вот, и он это доказывает, смотрите. Так, ну что там, давай, теперь ты получай, на тебе. И теперь ты, на тебе. И последний остался этот гадский мотылек, на тебе. Ю-ху, бежим дальше. Ви-ви, так. 5 медуз, 5 грибов. Так, ребята, а вы за грибами вообще ходите? Кто собирает грибы? Напишите в комментариях. А кто действительно собирает, еще и потом их и ест, ставьте лайк. Можно просто пособирать грибы, поганок насобирать всяких, а потом пойти и выкинуть. А кто-то собирает, еще и ест. Но я надеюсь, ест не поганки, а ест нормальные. Вообще, ребятки, мой вам совет. Лучше не ходите за грибами, потому что очень опасно. Много людей травятся, умирают даже, представляете? Поэтому лучше не ешьте. Покупайте шампиньоны. Ну или просто для забавы пойдите в лес, не знаю, прогуляйтесь, подышите свежим воздухом. Это полезно, в конце концов, да? И на душе станет поприятнее. Ходишь по лесу, птички там щебечат, ежики ползают, какие-нибудь там, не знаю, зайцы прыгают. Ну, это смотря какой лес, конечно. Вот. В лесу вообще классно. Ну, наверное, правда, не в такое время года. Так, пока болтал с вами, все, вынесли, короче, этого, да, грибулю. Все, отлично. Так, Андрей Кривошеев, твой составчик я удаляю. Ой, у него тут два состава написал. Так, ну все, из ВК больше из ВК сообщений нету. Не знаю, что так мало. Ну ладно. Так, Варвара Адаменко, все черепашки мульт и карай. Окей, Варвара Адаменко, твой состав будет сейчас сыгран. Не написала какую главу, куда-сюда. Значит, пойдем, допустим, вот сюда. Все черепашки мульт и карай, на вот этого пойдем. На муханоида пойдем. Все черепандеры мульт и карай. Так, раз мульт, два мульт. Блин, караюшку не пропустить бы, да? Не пропустил я еще ее. Пропустил, вот так и думал. Ёшки-матрёшки. Конфетки-мармеладки. Так, так. Так, еще один мульт. И... Ай, Рокстеди, куда ты лезешь? Тебя сюда никто не звал. По крайней мере, в этот составчик. И под дождем. Бегут под дождем наши черепандеры. Но ничего, не беда. Они не боятся влажности. Недаром они черепахи. У них есть панцири. Черепашья сила. Так. Бежим дальше. Вон уже видны наши противники. Будем сейчас их фигарить, ребятки. Ну а что делать? Не смотреть же на них. Не чай же с ними пить, правильно? Все, расправились. И третья волна. Это состав Варвары Адаменко. Не забываем, ребятки. Ну вот такой вот сейчас. Звездочками, звездуленьками их расстреляем. Так, давайте Рокзара вынесем. Что он там стоит, да? Стоит, рычит. Все, получил. Прям апперкот какой-то, да? Черепаший апперкот. На тебе от Майки. Получил. Добили. Так, и дальше. Али Кудайберген. Шреддер. Шреддер. Просто один Шреддер. Али Кудайберген написал. Ну, почему бы и нет? Один Шреддер пойдет на Крипа. На Крипа пойдет. Ай-яй-яй. Что же я сделал? Не туда нажал. На Крипа. Где наш Крипушка? Вот он, Крипушка наш. Погнали.
Один Шредди. Блин, ну я думаю, он справится, в принципе, да? Пункта 80-го. Ой, вот правда, бедулечка может случиться. Тут же дождь, а он железный, заржавеет весь, бедолага, еще. Ну, смотрите, пока не заржавел, видите, как шустренько прыгает, летает даже. Так, крысы там его что-то пытаются покусать. Не особо у него получается, потому что у него защита, конечно, железная защита, доспехи всякие, да, вот эти вот, защищают его. Опа, видите, уже прогрызли крысы небольшую дырку, уже там через дырочку прокусывают его по минус 345. Ну что, у них тоже зубы хорошие, мутанты все-таки, как мутировали, зубы огроменные, вот это они и кусаются. Опять в помещении дождь идет, ну нифига себе, что за фигня. Шреддер, снимай шапку в помещении. Почему в помещении в шапке? Не снял, не снял шлем свой. Ну ладно, простим его. Его невежливость, некультурность, да? Так, они там защищаются, понаставили себе защиты. Нифигарики, у вас это не пройдет. Да, ну давайте посмотрим. А, не прошло, я же сказал. Так, чего, давай, давай, кто там? Да хорош уже вам бить моего Шреддика. Шреддик. Давай, есть. И три, их осталось трое. Грязная троица. Получаете, вот так. Прикольно я придумал. Грязная троица. Сам себя веселю. Надеюсь, вас тоже. Так, остался последний вот этот, да? Зеленый Болтус. На, получай тебе, богомол. Змей Квюн его вообще зовут. А вот я, кстати, вот про Змея Квюна я, по-моему, не видел, как он превратился. Что с ним случилось? Вот этого, по-моему, если кто-то из вас знает, ребятки, напишите в комментах. Интересно узнать. Так, а я пока считаю следующий составчик. Владимир Коваленок. Владимир Коваленок или Коваленок, наверное, скорее всего. А может, Коваленок. Все Донателло. Донателло, так Донателло. Пойдемте на Змея Квюна. Да, кстати, ребятки, скажу вам, если ваш составчик не вошел в это видео, то не расстраивайтесь. Возможно, в следующем составе будут ваши... Ой, вернее, в следующем видео будут ваши составчики. Так, вот, что, все Донателло поместились? Ну, конечно, не поместился один, не поместился Донателло Видение. Ну, в принципе, он у нас уже сегодня так нормально, да, воевал. Пускай действительно парнишка отдохнет. Пускай отдохнет, наберется сил, там, пиццы покушает, что ли. Там, может, не знаю, пепси-колы выпьет или кока-колы. Что они там, черепашьей колы выпьет какой-нибудь. На тебе, раз. Да, ребята, и не забываем про лайки. Чуть не забыл, надо было в начале видео еще сказать. Потому что вряд ли все досматривают до конца. Хотя, кто знает, может, кто-то досматривает. Вот. Ставьте, конечно же, лайки, потому что, ну, все зависит от вас. Вы мне пишете очень часто много комментариев. Когда же видео по черепашкам? Быстрее, скорее выпусти следующее видео по черепашкам. Ну, вы, наверное, пишите, потому что хотите, чтобы я сыграл все-таки вашим составчиком. Да, я вас понимаю. Но и вы поймите меня, ребятки. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет следующее видео. Вот вчера, во вчерашнем видосе по черепахам я говорил, давайте наберем 500 лайков. И, допустим, если через час будет 500 лайков, то я прям сразу же выпущу видео. Если и на том видосе будет, допустим, через час 500 лайков, я выпущу еще одно видео. В общем, все зависит только от вас. Давайте вот на этом видосике тоже. Через час, допустим, через 2 часа будет 500 лайков, я сразу выпущу видео по черепахам, по вашим составчикам. Вот. Так что все зависит только от вас. Все. Так, есть у нас победа. И что там? Игры ТВ. Сыграл мой состав черепашки из мультика и Сплинтер. Блин, ну Игры ТВ, сорямба, но черепашки из мультика были сегодня уже 2 раза. Поэтому, ну, слишком много. Пускай тоже отдохнут. Вот, Юрий Габдарахимов пишет. Сплинтер и черепашки мульт. Блин, ну то же самое, такой же ответ. Юра Габдарахимов, привет тебе. Ильдар Шарипов, привет, как дела? Ильдарка, дела отлично. Так. Бум-бам-бам-бам. Так, всех Дони. Рика Саева написала. Всех Дони. Ну, тоже были уже все Дони. Так, Биг Босс тоже, я тебя понял. Привет тебе, Биг Босс. И... да что ж такое?
Ирина Гончарова. Наконец-таки нашел составчик. Ирина Гончарова. Давайте, это будет уже последний, наверное, составчик в этом видео. Блин, уже и так 20 минут, да. Крип, Карай. Ну, Карай, я уверен, что тетенька. Крип, да. И Сплинтер, Раф, Видение и Донни Фильм. Сплинтер, Раф, Видение и Донни Фильм. Ирина Гончарова, твой составчик. Донни Фильм. А-а-а, куда вы так? Куда вы так торопитесь? Раф, Видение. Все, погнали, погнали, ребятки. Последний составчик в этом видосике. Так, ну что, бегут, бегут наши товарищи, бегут, бегут. И все бегут. Так, ну и чего? Давайте массовая от Карай. Есть, отлично. Вторая волна у нас, ребятки. Давай, давай, быстрее, быстрее, бегите, бегите, бегите. А то не успеете. Так, бойцовские пальцы от Сплинтера. И массовая от Рафа Видения. Есть, отлично. И, ребятки, третья волна у нас на подходе. Кто у нас тут будет? А, тут всякие дрыщи. Сейчас мы их быстренько с ними расправимся. Вот так вот, минус вам скорость. И массовая, массовая от Донни. От Донни Фильма. Так, Мушенция осталась одна. Мы ее быстренько колбасим. Все, ребятки, на этом буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки. И делитесь моими видосиками в соцсетях. С вами был Вовкин. Пока-пока.